Ребята, всем большой привет! Добро пожаловать в хижину музыканта. Сегодня разбираем аж целых три песни группы «Руки вверх» за один присест. Если помните, то самое видео «10 лучших песен группы «Руки вверх» на гитаре». Именно с этого видео я взял вот эти три песни. Не самые сложные, но зато самые-самые красивые. И сейчас, дабы не терять время, выучим за один присест, за один просмотр данного видео, аж целых три песни. Кстати, еще 5 разборов песен группы «Руки вверх» в легком виде найдете на канале Guitar One. Так что переходите по ссылочке, что находится в описании под видео, и изучайте остальные песни. Ну а мы приступаем к разбору. Поехали. Итак, первая песня называется «Крошка моя». Сейчас кусочек спою и уже приступим к разбору. Тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко. Я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь. Итак. Песня начинается с рифа гитарного, в данном случае гитарного. Пятая струна на втором ладу. Все удары вниз делаем. Желательно взять медиатор. У меня пока что с собой нет. Два раза ноту си, то есть второй лад. И хлопок по струнам, по всем. Вот ребром правой руки. И в конце один раз еще дергаем. То есть... Потом добавляем четвертую струну на четвертом ладу и пятый лад этой же струны, четвертой. И все это на двух струнах, то есть пятую и четвертую нужно воспроизвести. Как? То есть, как в начале было, тот же рисунок проделываем теперь уже на двух струнах только. Здесь у нас сначала только на пятой струне было, то есть... А теперь это все то же самое делаем на двух струнах. То есть добавлением четвертого лада на четвертой струне. Дальше добавляем пятый лад четвертой струны. И потом второй лад четвертой струны. То есть пятая и четвертая струна на втором ладу. И тоже играем раз, два, хлопок, раз. Соединим. За вторым разом тоже самая игра. Теперь добавляем третью струну на втором ладу. И играем пятую и третью струну вместе. Но вы скажете, как играть, если между ними есть четвертая, которая может прозвучать открыто. И так как мы бьем вниз, то есть ее нужно заблокировать, чтобы она не звучала. Поэтому... местом указательного пальца, то есть ребром, блокируем звучание четвертой струны. То есть ставим так указательный палец, чтобы он блокировал все остальные струны. То есть вот. Только звучит пятая струна. Остальные я заблокировал ребром указательного пальца. Но в данном случае мы зажмем еще третью струну на втором ладу, и получится, что будут звучать только две струны, пятая и третья, а остальные будут блокироваться. Вот таким образом. То есть в конце вот этот интервал тоже нужно сыграть. Тут по интервалам получается. Соединим за вторым разом. И все. Это нужно прогнать два раза, и начинается первый куплет. На аккордах БМ сидим два раза дольше, чем на аккорде ЕМ и G. Бой такой рокерский, с приемом палм-мьют, то есть ребро правой руки ставим вот сюда у нижнего порожка. Рисунок какой? На басу опять-таки играем бас, бас, вниз, бас, 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 вниз, бас. ЕМ.
легко должно получаться. Бас, бас, вниз. Бас, 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 вниз. Потом постепенно открываем уже. То есть palm mute уходит по открытым бьем. Что делает в это время у нас правая рука? Она делает проводку вниз на аккорде BM, на аккорде EM и G. Но за вторым разом на аккорде G мы должны подвести динамику к бою уже. К бою, то есть к бою перейти. Делаем такие вот удары. Вниз, бас, вниз, бас, вниз, бас. И начинается бой. Попробуем первый куплет. Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала. Вот здесь я делал. Ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Начинается бой. Переход понятен, дальше поем то же самое, только на октаву выше, тем же самым боем. Покажу сейчас, что петь в голосе. Ноты ре на второй струне. Ре, ре, до диез, ре, си, 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 фа диез, ми, ре, до диез. Дальше фа диез нота на четвертой струне. Оттуда на ре идем, второй струны. До диез, си, снова фа диез. Что я далеко от тебя. Если сможете продублировать голосом, попасть в эту мелодию, то вы споете чисто. Если тяжело петь, не понимаете, как петь, как попадать в ноты, в описании под видео найдете мой новый самоучитель по пению под названием «Учимся петь легко». Переходите. То есть сейчас мелодию посмотрели, уже можно попытаться спеть первый куплет. Поехали! Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко. Скучаю, я тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя. Если высоко петь на октаву выше, остаемся там же, низко, как и пели. Отлично, переходим ко второй песне, которая называется «18 дней уже». Самая-самая известная песня группы «Руки вверх». Тут немножко другие аккорды. Аккорд F, аккорд G, при помощи бара возьму пока что. Все равно простой вариант, уже знаете. Аккорд EM и аккорд AM. Ну окей, G покажу, вот аккорд. Песня начинается с перебора на аккорде F. Делаем спуск шестой по вторую струну и обратно поднимаемся. Шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая, пятая. Можно именно теми же пальцами, которыми я сейчас это сделал. То есть большой палец, большой, указательная. Вторая, третья, вторая, первая, большая, большая. Большая, большая, указательная, третья, безымянная, третья, указательная, указательная, большая. Потом аккорд G идет, то же самое игра. Или можно на этом. Без разницы. Аккорд EM. Аккорд AM.
тут уже пониже, до первой спускаемся, потому что с пятой дернули. И под это уже можно петь. Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, позвала всех своих подружек. Но опять же я, ведь день рождения у тебя, знаю, ты меня не забудешь. Я приду, меня зацелуешь, но поцелуев твоих мне мало. Я хочу, чтоб ты сказал. Опять-таки легкая мелодия, нота до. Открытая вторая. Ля, потом на третьей струне второй лад. Открытая третья. Потом идет нота ре на второй струне. Фа на первой. Открытая. Первая. И спустились до первого лада второй струне, то есть второй струны. Спуск. То же самое, это все нужно спеть и попасть. Дальше начинается припев. Его мы играем таким вот боем. Бой называется клубный. Берем аккорд F, делаем удары. Медленно вниз, вверх лобок. Это первый рисунок. Еще раз вниз, вверх лобок. Потом еще один удар вниз. Вверх, вверх лобок, вверх, вниз, вверх. То есть... Итого. Пробуем петь. Всего лишь в припеве. Как петь? Нота фа, до, си. То есть нужно достать эту ноту фа. Собирай меня скорей, увози за сто морей. То есть нота ре потом идет, до. И потом... До, си, до, си, до, си, до, до, си, до, си, до, си, ля. И целуй меня везде, 18 мне уже. И все, эта песня готова. Готовимся и играем как следует. Ну а следующая песня называется «Чужие губы». Еще проще, посмотрим только припев, потому что куплет также слагается. Если что, можно в интернете посмотреть. А, тональность песни ре минор, де, эм. Аккорд G потом. С, АМ, потом G, фу ты, ДМ опять, Е и АМ. Бой дворовый, шестерка. Пробуем, очень легко все. Вниз, хлопок, проезжаемся и ногтями бьем вниз. Вниз, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх. И так на каждом из аккордов, то есть... Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна, ты одна такая, чужая стала сама себе. Простые аккорды, простой бой, мелодия какая? Нота до, си, ля, ре, ре. То есть... То есть потом после ре обратно на до прыгаем. То есть ре, до,
и си. Да? Дальше нота ми, пятый лад второй струны. Чередуем с ре. Ре, ми, ре, ми, ре, до. Дальше повторяем то же самое. Те же самые ноты, то есть. Что ты одна такая, чужая стала сама себе. И все, отлично. Ребята, если понравился разбор, и если понравилась данная рубрика, где мы разбирали не одну песню, а целых три, обязательно ставьте лайки и комментируйте видео, чтобы я знал ваше мнение. И кто совсем вообще ничего не понял в течение разбора, что мы тут вообще творили, но хочет тоже научиться играть на гитаре и петь, советую пройти мой курс, который находится в описании под видео. Первый курс называется «Освоим гитару за 7 дней», гитарный курс. Второй курс называется «Учимся петь легко», посвященный вокалу. Пройдя вот эти два курса, можно великолепно начать исполнять любимые песни. И абсолютно любые песни. Ссылочка в описании. Всем большое спасибо за просмотр. Встретимся. Пока.